Что здесь написано? The plan. Go down to the old world. Film something scary. А, вот что мы должны сделать. Короче, мы должны записывать... Да, я никогда не хотел это признавать, но, видимо, придется в этот раз это признать. А где моя камера тогда? Мне нужна самая важная камера. Где она? И что за уебищный дизайн кухни? Ну вот, боже, вот люди, которые делают кухни такие яркие, что с ними не так? Почему нельзя сделать кухню серой? Просто серой. И умереть в ней счастливым. Эти ручки выглядят как болезнь. Болезнь кухни. Болезнь кухни? А как будет называться болезнь кухни? Фурнитурит, я думаю. Слушай, у нас такой дивный, яркий, красивый мир. Я бы хотел здесь быть счастливым, но я выгляжу как кусок дерьма. Я могу делать селфи! Ой, а можно я буду как долб из Ютуба? Эй, ребята, сегодня мы будем с друзьями пойдем... Легендари! Ну так вроде говорят блогеры. Нет? Ладно. Снимаю. Давай! Не ушибся, дебил? Я живой, все нормально. Вау! Не, ну это круто. Это оригинальная стилизация. Ни хрена себе. Слышишь, что? У меня ботинки громко так шумят. У тебя тоже, да? Да, звуки, сука, странные. Ну мозг же ломают. Ну почему так? Ну молодцы, ребята, да, молодцы. Боже, у тебя такой басистый голос. Мужской такой. Мужчина. Да? Да. Да! Эй! Ой-ой-ой! Крикни громко какое-нибудь оскорбительное оскорбление. Пизда! Мне нравится. Давай, делай, делай, делай! Делаю, 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 делаю. А что тебя пугает? Оно не страшное. Оно похоже на улитку, которая возомнила себя. Не могу понять, а это смертельно опасно все или просто залуп? А что это? Что? 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 Нет, ничего не вижу. А! Ой, ой, ой. У меня сафонарик сел, он вообще конченый. Слушай, да это похоже не... Это похоже местные жители, это, видимо, не что-то страшное. Это, смотри, они, видишь, они такие мирные. Видишь, он подошел и съебался. Но он тупой. Вась, у меня фон какой-то ебаный! Я не понимаю, а что нужно было сделать? Я так понял, они дружелюбные до какого-то момента, а потом пи***а. Да. Интересно, можно их спровоцировать, заснять, но не сдохнуть? Вот теперь интересно. Не знаю, сейчас будет рубрика «Эксперименты». Васечка, смотри, что могу. Блять, сверху, Вась! Ай! Ай! А! Чё? Чё было? Чё? Чё было? А! А! Чё? Чё? Чё не почему? Чё-то почему-то, чё-то... Почему-то, чё-то, чё-то как-то было, чё-то... Где? Эй, да что за неприятный, как будто у меня сердечный клапан. Ай, блядь, ебут, еб меня почему? Дай камеру, я сниму. Да пошел ты нахуй, понял. О, 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 снимай, снимай. Что, 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 с чем он кинул в тебя? Да какая бомба, это какая-то хуйня. Это бомба. Знаешь, в чем интересно, ты прошел к этому колесу. Вась, я записываю. Вась, да не ебут меня, не надо слушать, беги. Давай сделай меня! Подожди, я... Очень даже приколик с язычком я делаю! Я буду держаться на расстоянии вытянутого пениса от него, понимаешь? Я не буду подходить близко. Давай тогда лучше я первый пойду, стану наживкой, ты отснимешь и свалишь. Ну, мне нравится твой план. Самоотверженность самое главное. Вообще, вообще-то очень храбрый человек. Я не вижу никого. Ну так, вот же он. Ебать, что-то он меня напугал. Что-то твоя храбрость закончилась довольно быстро. Снимай, Вась, возьми у него короткое интервью, хотя бы пару вопросов задай, пожалуйста. Здравствуйте, мистер Улитка, расскажите, почему вы так передвигаетесь странно? У вас как будто бы какие-то проблемы с координацией или позвоночником? Вась, он носит с тобой дом. Если бы ты носил с собой дом, как бы ты передвигался? Спроси у него что-нибудь менее оскорбительное. Сколько стоит твоя квартира? Вась, у него дом, а не квартира. У него дом. Вась, я забыл рек нажать, слышь? Ух ты, смотри, какая ж... Да. Мы не можем его заснять. Вась, блядь, он быстрый, он очень быстрый. Он быстрый, он быстрый, слышишь, он быстрый. Я бегу, 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 а ты бежишь? Я слышал. О, он уносит тебя. Уносит тебя. Ты жив? У меня, кстати, кислород в баллоне заканчивается. Давай быстрее. У нас куда его идти? А, у нас его дах. Вообще не дах. У меня процентов 5 осталось. А я не помню, где корабль, слышишь? Подожди. Данил, ты в порядке? Брат! Я в
Здесь, сюда, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Там, да? Иди сюда, бля. Иду, 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 иду. Нет, пожалуйста. 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 Только не перед кораблем сдохнуть. Только не перед кораблем. Не перед кораблем. Стамина. Стамина. Отдышать. Нет. Открой. Блять, открыть нельзя, сорян. Вась, улиточка, улиточка, снимай улиточку. А вот и улиточка. Уебись об нее пару раз, чтобы у нас просмотры были, ударься об нее. Дай пи... Въебей. Кинь мне фонарь. Трах ее мать, Вась, давай, сделай что-нибудь, ну, такое. О, да ей не плевать, ей не понравилось. Это наберет много просмотров, брат. Все, отсняли. Вот это фильм. Вась, стой, подожди, не память еще есть. Подари кулитки. А. Последний кадр, последний кадр, последний кадр. Последний кадр, да, последний кадр. Пошел на кусок дерьма тупорылого. Не было кидать меня, уеб. Понял. А, пошел ты... на тварь какой, блядь, конч. Тогда мы едем с улитками, блядь. Понял, уеб. Ты че, еб... А ничего не знаю, у нас будет доказательство. Геральт из первого Ведьмака имеет 10 тысяч полигонов, Майкл из GTA 5 30 тысяч, а Нейтану Дрейку в своей четвертой итерации понадобилось уже более 80 тысяч. Большое количество полигонов позволяет сделать модель более детальной и реалистичной, но при этом утяжеляют игры. Так что засунуть в игру модельки с миллионами полигонов не лучшая идея. Чтобы узнать, как сделать модель оптимальной для любого проекта, пройди курс 3D-художник от дизайн-школы Contented. Здесь вы разберетесь во всех нюансах моделирования, освоите все нужные инструменты, закинете себе в портфолио более 10 работ. Также пройдете стажировку в TDS Virtual Production и поучаствуете в геймджемах. То есть у вас на руках будут сильное портфолио и первый опыт работы, с которым вы сможете стучаться в игровые компании или работать на фрилансе. Специалисты в этой сфере в среднем зарабатывают 180 тысяч рублей, и это далеко не предел. Так что переходи по ссылке в описании и записывайся на курс 3D-художника, постигая искусство 3D-моделирования. Я тебе что хочу сказать? Я предлагаю тебе сдохнуть. Вот. Ну просто у нас 920 просмотров из 3000, я полагаю, что нам нужно снять что-то реально хитовое, а ничего не более хитовое, чем твоя смерть на камеру, как считаешь? Ну согласен, да. Отлично, я легко тебя уломал, мне нравится это. Ой-ой-ой-ой-ой! Вась, записываю, я записываю! Кто меня уронил? Тебя поднял какой-то мужчина, мужчина поднял! Скажи мужчине, чтобы поставил меня на место! Мужчина, поставьте моего друга на место, мы еще не записали, или убейте его жестоко. Очень жестоко убейте его. Ты чё, блядь? Чё за хуйня, ты уёб... Не знаю, ты можешь избавиться от него? Как-нибудь. Вась, он примерил меня. В каком смысле? Вась, ты теперь люстра, у меня память кончилась. Вали нахуй тогда, я умираю, оставь меня. Да? Реально? Да, реально, блядь. А когда ты планируешь умереть окончательно? Неприятно было. Не. Где нас ждет шедевр? Чувствую, здесь будет сейчас что-то. Чувствую, вот на хит иду. На хит. А, блядь! Все, мы не сможем. Мы не сможем. Ну как по 1000 просмотров набирать? Ну как это очень много. Нам чего-то не хватает. Не вижу смысла дальше продолжать. Не вижу. Смысла нет. Я уснул. Где? Я пытаюсь уснуть. А я тут хочу закончить это бренное существование. Да. Я думаю, что мне не спится. Вообще не спится? Нет. Не спится. Так ясен хуй, ты не можешь уснуть, ты спишь неудобно. Ну, в конце концов, баллон-то газовый снимать надо, ну. О, микрофон. О. Это не микрофон. Или что это не микрофон. А нет. Что это? Ай! Блять! Это что? Сука! О, боже, давай ты будешь им пользоваться по назначению, хорошо? Вот, готов? Снимай, снимай, вон. Снимаю, Вась, поехали. Снимай. Кого снимать? Ага. Получай, давай пизд улитки, Вась! Еб ту улитку на! Еб улитку! Представь, что ты француз! Ой, Вась! Ай, ты меня поебал! Ударил, долбоё! Вась, у нас 1,6к просмотров. Нам нужно всего-то лишь найти парочку. Довольно. Это лазер, да? Да я не знаю, ну либо да, либо нет. Что-то из двух. Ладно.
Это был лазер. О, смотри. Все, все, давай. Давай, с места событий. Улиточник и триггер. Триггер против улиточника. Два улиточника. Ты не хочешь взять от одной из улиточек, нет? Поехали. Ой, а реально получается? Вась, получай. Ну и что это? Ну давай пойдем туда, может там будет зомби. Может быть, давай пойдем куда угодно, но не туда? Как тебе такая идея? Давай. Ребят, в прямом эфире я не могу найти выход, потому что я... Ну я просто не пойму, где он, блядь. Я иду, везде паутина и лазер. Ой, вот здесь же выход, я практически его нашел. Но не понимаю, точно ли это так. Я помню, что мы решили не идти по этим штукам. Наверное, если я присяду... Да, он не касается меня. Нет, касается, сука, подстриг, блядь! Ка, ну зачем ты пошел туда? Ну потому что выход был там, там был ну, выход было слева. Понятно, что ты срубишь себе пол. Так не было, понятно, не было. У меня глаза просто очень низко, я думал, что у меня шевелюра поменьше. Что это? Не знаю, я, по-моему, купил страшную инструкцию, как им пользоваться. Хорошо, 1200 просмотров у нас есть после первого дня, и надо еще 2800. Где мы их добудем? Вот он! Человек-улиточник! Эй, улиточник! Наш старый друг! Ой, брат, не снимаю пока что, подожди, ты где там? Ладно, уходи, все, все, улитка снята, дальше. Хорошо. Хожу мимо улитки тупо. Ай, Вась! Нет, меня ебнет улиточка. Улиточка ебнет. Вась, не трахай моего друга. Вась, там еще кто-то съебался. Где? Записываю, брат. Ты мимо пролетал. Брат, записываю. Больно, сука, прямо в ебальник. Ты жив? А, видимо, нет. Ладно, ребятки, все, я съебаюсь, потому что, ну, это полный пиздец. Есть идея, говорю, моментик записать. Типа, ты даешь мне камеру и идешь вперед. Начинается какая-то пизда с тобой. Я тебе кидаю камеру, она в полете снимает монстра. Ты ловишь такой круто, пиздато. Давай мы просто пройдем программу минимум, просто выживем хотя бы. Кто-то один из нас, да, занесет камеру. И нам нужно записать всего на 300 просмотров. Мы можем записать самый конченый ролик. Главное, чтобы в нем было хотя бы что-нибудь страшное. Ладно, начинается съемка. Вася, я словил скрин. Сюда. Где? Ой, да. Да-да-да. Улитка. Ай, Вась. Улитка. Да, умри. Да я не умру. Да она меня засосала, ну. А что делать? Все, давай, где там выход? Давай, уходим. Я хочу с ним селфи сделать последнее и идем. О, все, поехали. Где выход? Вась, где голос твой? Не слышу. Все, понял. Нормально, поехали, фильм готов. Говно, фильм, но как мы и обещали. Обнимай меня, вот, на. На, возьми. Давай. Нажми, давай. О, да. Еще. О, да. Нормально? Все, да, супер. Давай с улиткой улетим. Где она? Она забила на нас в целом. Давай, поехали. Улиточка, мы хотим с тобой улететь. Давай! А, что? Вась, камера у меня! Камера! Я тут, Вась, нет, вот я, около корабля! Вась, закинь меня в корабль! Да, пожалуйста, в корабль, Вась, я здесь! Вась, забирай камеру! Нажать кнопку! Как вы поняли, по истечению первого дня мы не смогли выполнить ни одного задания, но у меня есть еще. Мы довольно много играли в эту игру, поэтому у меня довольно много по ней материала. Если вам понравится ролик, то вероятнее всего следующий будет тоже по ней. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Увидимся в следующее воскресенье. Всем пока. А и бывает такое у тебя, что ты думаешь, что хочешь пукнуть, а на самом деле, ну, нет. Ты знаешь, один раз было. Вот у меня тоже было один раз в жизни. Было неловко. Да, у меня такое было тоже. Слава богу, это случилось дома. У меня, к сожалению, на вокзале. 2 часа.